пюре быстрого приготовления, хлопья для завтрака, кофе, печенье и конфеты. Ящики с провиантом заполнены до отказа. Таким образом, волонтеры выразили свою благодарность и поддержку врачам. Они направятся всем медицинским сотрудникам, которые работают на данный момент в условиях пандемии. Соответственно, это доктора, средний медицинский персонал и младший медицинский персонал, которые работают в красной зоне, все сотрудники поликлиник, которые работают на вакцинации, которые обслуживают вызова. Им не легче, чем тем докторам, которые работают в красной зоне. Сейчас, говорят медики, времени на приготовление домашней еды нет, потому продукты для быстрого и сытного перекуса как нельзя кстати. Медицинские учреждения Химок коробки с едой поставляют регулярно на протяжении всей пандемии коронавируса. Так общественные организации и бизнес выражают свою признательность врачам за их труд. Иногда воду, иногда быстрые обеды, иногда вот сегодня такой формат был выбран, поэтому всегда стараемся помогать. Передача продуктов прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». При необходимости продуктовые запасы пополнят.